Челябинской епархии стартует проект «Наша воскресная школа». При каждом храме работает своя воскресная школа, где происходит много увлекательных событий. Уроки церковного пения, занятия по шитью, рисованию, народному творчеству. Кто-то учится играть на гитаре, а кто-то – актерскому мастерству. В любой воскресной школе есть что-то интересное, особенное. Организаторы проекта предлагают поделиться своими знаниями и открытиями с другими педагогами и детьми. Для этого нужно снять видео занятий длительностью 1-2 минуты, выложить ролик в группе своего храма или воскресной школы ВКонтакте, к записи добавить хэштег «Наша воскресная школа 74». К участию в проекте приглашаются все воскресные школы храмов Челябинской епархии. Лучшие видеоролики будут опубликованы в группе Челябинской митрополии, в социальной сети ВКонтакте и в чате «Православие на Южном Урале» в Телеграмме.